Выбрать на обед те блюда, которые по вкусу могут школьники 4 городских школ. В ассортименте школьного шведского стола несколько видов супов, вторых блюд, салатов и напитков. Цена обеда от 65 до 75 рублей. Что должно входить в школьный обед, по мнению горожан, и сколько они готовы за него платить? Спросим. 50 рублей готовы платить. И что входит? Первое, второе. Ну, полноценный обед для ребенка. Ну, я готов платить за обеды в школе 200 рублей, если туда входило горячее, второе. Ну, наверное, ну там чай еще может быть и что-нибудь, я не знаю, сладкое. Я готов платить столовую 30 рублей, ну, чтобы в него входил кисель, рагу, и котлета и какая-нибудь булочка. Ну, я думаю, что рублей 50. Это вместило бы и небольшой салат, и суп, и второе. Котлета, салат какой-то. Компот, ну, 45 рублей, наверное, или больше. Взрослым дают 50-60 рублей, ну, комплексный обед. Ну, рублей 30-25, вот так вот. Мое мнение такое. В городских школах завтрак для учащихся стоит около 20 рублей, в уфимских школах – 55 рублей. Классический обед в уфимских школах стоит 65 рублей, в стерлитамакских – 45.